Обзор на дораму «Продюсирование Нобуты». Жизнь – игра, и проиграл тот, кто первым начал относиться к ней серьезно. Так думал популярный ученик старшей школы Сюдзи, старательно поддерживая свой имидж хорошего парня, по сути, лицемеря и наворачивая горы маленькой лжи на каждом шагу. Об его истинной натуре знал только Акира, навязавшийся ему в друзья дурачок. Но беззаботные дни в школе заканчиваются, когда в класс приходит новенькая, замкнутая и несчастная девушка, которая сразу становится объектом травли. Едва ли не из спортивного интереса, решив сделать ее популярной и таким образом избавить от травли, Сюдзи и Акира ввязываются в самый, возможно, интересный и проблематичный проект в своей жизни – продюсирование Нобуты. Пока никто из них не подозревает, что на этом пути их ждет встреча с настоящей дружбой и первой любовью, но также обман и предательство, а главное – взросление, порой весьма мучительное. А ведь мы знаем, что никто больше не снимает о взрослении так хорошо, как японцы. Вы будете влюбляться, переживать и смеяться вместе с героями и откладывать последнюю серию, чтобы не расставаться с ними так скоро. Но даже после просмотра легкая грусть еще долго вас не оставит, а продюсирование Нобуты запомнится как одна из пусть не самых любимых, но лучших дорам. Всего 1,5 минуты на обзор. Наверное, это будет один из самых коротких обзоров на канале. Надеюсь, за это время я успела вас заинтересовать дорамой, и вы пойдете ее смотреть. А тот, кто уже посмотрел, оставляйте комментарии, насколько согласны с этим отзывом и насколько вам понравилась дорама.